Добрый день, дорогие друзья! Готовим салатик мимозу. Для начала делаем сеточку из майонеза, и первый слой у нас идет отварной картофель. Все ингредиенты я натираю на крупной терке. Солю, перчу. Следующий слой — размятая сардина в масле. Лишнее масло я слила. Распределяю по картофелю. Затем идет зеленый лук. Сеточка из майонеза. Отварная морковь. Также солю. И сеточка из майонеза. Затем белки. Немного майонеза. И затем завершающий слой. Это желтки. Оставляем салатик в холодильник минут на 30, чтобы все слои хорошо пропитались. Приятного вам аппетита! Всем пока!